Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня вообще ничего не снимала. У нас сегодня ураган прошелся по городу. В целом, сходила в магазин, что взяла? Печенюшки, огурчики, картошку. Несколько апельсинчиков взяла. Капусту. Самую большую, ребят, выбрала. Так, дальше. Что у нас дальше? Так, это сюда убираем. Хлеб. 3 булки взяла. У нас сегодня, кстати, отключение воды было. Дальше молока 2 литра взяла, морковки корейской, привезли свежий творожок, взяла 1 килограмм. Ну и последнее, что я взяла, вот этот кусок мяса вышел на 497 рублей в целом. Вот такие вот все покупки. Хотела рассказать, что у нас сегодня в городе творится. У нас вчера вечером начал сильный дождик, ветер. Сегодня читаю в группе, у кого парники унесли, у кого что, у кого... Сейчас мама сделает, хорошо, сына. И это парники, у кого что унесли. У меня у знакомой на беседке крышу снесло. Короче, ураган прошелся. Несколько, ну вот как я в группе читала, 20 домов остались без света. Ну сейчас, наверное, уже сделали, не знаю. Но провода порвало, деревья повалило. Короче, дурдом полный. Но нас это обошло вроде. Ветки немного поломало, а так, в принципе, нормально. У нас все хорошо. Сегодня отключали воду. И вот сейчас недавно только дали. Поэтому сейчас буду ставить стирку. Что-то у меня с цветком не то. А не, нормально, показалось просто. Просто показалось, нормально все. Так что у нас все хорошо и все нормально. Ничего не снимала, сегодня целый день болит спина, прям сил никаких нет. Вчера мы почти все грядки пропололи, и я осталась без спины. Василиса в коробку залезла. Ладно, дорогие друзья, сейчас будем с вами готовить что-нибудь с мяском. Я хотела кашку с мяском приготовить, посмотрим. Гречневые хлопья хочу с мясом сделать. И сейчас наведу вот этот творог. Сметаны не было в магазине, поэтому просто с сахаром сделаем. И сгущенки у меня нету. Но творог мягкий, просто с сахаром сделаю и дам деткам, пусть кушают. Ладно, вот такие вот покупки. Сейчас чай пьем и идем готовить кушать. Так, дорогие мои, приготовила вот такой вот вкусненький салатик. Что здесь идет? Капуста, огурчики. Огурчики я всегда очищаю от кожуры, поэтому не удивляйтесь, что вы не видите огурцов. Просто они светлые. Вот они, огурцы, потом морковка по-корейски и лучок. Ну и майонезик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я также нарезаю хлеб, хочу сделать сухарики. Вкусные деткам сухарики. А что, тебе не надо было макароны с салатом ложить? Дорогие друзья, у нас ужин. Так ты можешь себе отдельно положить, господи. Ты просто макароны хотела, не хотела салат? Все понятно. Короче, у нас кто что хочет, тот ест. Но я вот приготовила салат, вот такой вот вкусненький у нас целый тазик. Я, как вы знаете, маленькими порциями не могу готовить, у меня тазиками только. И макароны попросили детки маленькие сварить, поэтому сварила. Сейчас быстро перекусим, и я потом хочу еще плов приготовить. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот смотрите, этой кошке здесь положили коробку, чтобы она лежала на кухне, на духовке, на коробке. Там еще и одеялко ей постелили такое, детки. И она вот так вот лежит тут целый день на кухне. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня распаковочка. Распаковочка будет с сайта Grand Stock. У нас пришел вот такой вот небольшой коробок. И сейчас мы с вами его откроем и посмотрим. Сразу говорю, это обзор. Заказала я там 3 костюмчика для своих девчонок. И сейчас посмотрим, откроем. Я у них уже много раз заказывала, мне всегда нравилось их качество одежды. Ну, первое, что я вижу, это тут бумажки. Да, дорогие друзья, если вы хотите заказать Grand Stock,
Я оставлю вам промокод на скидку 15%, ссылочки в описании. Не забудьте, пройдите. Один раз вы можете им воспользоваться при заказе. Если хотите, то проходите. Так, тут мои данные личные. Все, что заказано. Товарный чек. Аж несколько накладных. Ну, дальше. Смотрим, что я заказала. А, я себе еще футболку, ребят, заказала. Как вы знаете, футболка всегда нужна. Сейчас посмотрим. 52 размер, футболка женская. Белая. Ну, белую на выход. Я так и хотела, белую на выход. И смотрите, какой рисунок классный. Красота. Вот представьте, что она уже на мне такая. Красивая. Качество хорошее, плотненькое такое. 52 размер. Сегодня обязательно померю и покажу вам. Фирма Натали. Ну вот мне вот Натали нравится. Я уже брала фирму Натали, поэтому могу рекомендовать. Так, дальше. Вот такой вот маленький покажу. Это носовой платочек. Там что-то надо было на 5 рублей еще что-то. А, не на 5, на 15 рублей выбрать. Ну, я выбрала носовой платочек для деток. Вот такой вот. Вот такая красота. Все. Дальше. Тут, ребята, еще 3 костюма. Сейчас откроем и посмотрим. 40 размер костюм женский. Я заказывала его Свете. По-моему, Кате этот костюм. Короче, не помню кому, но вот кому-то. Кому-то, короче, костюм. Короче, кому подойдет. Так, вот такая вот кофточка. Это девчонкам. Такая кофточка. И кофте идут штаны. Вот такие вот штаны. Красивый костюмчик. Или Кате, или Маше. Там уже сами решат они. По-моему, Маше. Ну, сейчас посмотрим. Потом 36-й костюм детский. Темно-синий. А, вот этот Маше. Нет, это Оксане как раз. Так, Оксаночке мы заказывали вот такой вот костюмчик. А вот это вот Маша зеленый заказывали мы. Вот такой костюм Оксане. Кофта, получается, идет. На кофте кармашков нет. И в кофте идут вот такие вот штанишки спортивные. И спереди кармашки. Костюм такой, знаете, плотный, хороший. По качеству суперский. Вот костюм хорошенький. 38 размер. Спереди такая ажурка красивая. С рукавчиком, но вот Оксаночка сегодня тоже померит и скажет, как он ей. И последний костюм, 44 размер, это уже Свете мы заказывали. Я помню, что я заказывала Свете, Маше и Оксане. Ну и себе футболку. Так, что у нас для Светы? Вот такая вот футболка. Это, ребята, костюм идет. Такое, оно, знаете, оно еще и тянется. Классная футболочка. А к футболке идут вот такие вот штаны. По бокам вот так вот лампасики такие. Спереди у них карманы есть. Да, есть карманы, ребят. Глубокие довольно. Штаны хорошие. Снизу резиночка. В целом, вот такие вот 3 костюмчика. Сейчас девчонки померят, я вам покажу. А вы не забывайте, что по ссылочке в описании, если вы пройдете, то там есть скидочка для вас в размере 15%. Ладно, ну а мы сейчас оставим примерку. Дорогие друзья, одела я футболку. Вот она. Сразу говорю, я в лифчике. Вот такая вот футболка. Но мне понравилась. И рисунок такой красивый. Сейчас ждем, когда девчонки померяют. Так, Оксаночка, смотри на меня. Как тебе костюм, скажи, пожалуйста? Красиво. Что? Красивый, нравится тебе? Так, ну давайте смотреть. Стой прямо. Кофточка, штанишки. Повернись. Ну вот сзади тоже очень хорошо. Поворачивайся. Руки в карман можешь сделать? В штанах есть кармашки.
Вот, ручки хорошо в карманчик делаются. Ну, вот такой вот костюмчик тебе ходить, да, куда-нибудь? Тебе нравится сама кофточка и штанишки? Ну, все. Так, Машенька, скажи, как тебе костюм? Нравится? Да. Так, давайте смотреть. Кофточка, рукава немножко длинновато, да? По сути, ну, в принципе, нормально на вырез, и штанишки. Вот так вот коленка согни. Вот так вот, видите, с вырезом. Ставь ножку. Штаны, по идее, нормально. Поворачивайся, доча. Ну и сзади. Ну, а сзади все просто. Поворачивайся. Ты довольна? Да. Так, дорогие друзья, на Свете костюм, футболка. Сами не сильно длинные штаны. Повернись боком, пожалуйста. Вот такой вот рисунок на штанах. Спинкой. Поворачивайся. Можешь руки в карман засунуть? Чтобы посмотреть, сильно глубоко, нет? Нет. Почему нету? Есть карманы? Нет. Ну вот, да, карманы. Ну вот, видите, вырез получился. Ну, в принципе, нормально. Пусти футболку. Тебе самой нравится? Да. Так что проходите по ссылочке в описании и заказывайте тоже. Нам качество в Грандстоке очень нравится. Ссылочку оставлю. И также оставлю, не забывайте, промокод на получение скидки. Если интересно, ссылочка в описании. Всем желаю приятных покупок. Всем говорю пока-пока. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У нас уже вечер. Я готовлю кушать. Ну, уже сварила. То есть суп сварила, а сейчас еще поставила плов варить. Сегодня ничего не снимала вообще. Нет, только снимала распаковку Грандсток, а потом что-то мне так плохо стало, что я больше ничего не снимала. Поэтому вот так вот. И вот готовлю плов. Помните рис, который по-узбекски заказывал? Вот из него плов делаю. И суп рисовый сварил. И сегодня у меня еще Ильюша приехал домой. Ладно, готовим кушать. Вот, ребят, смотрите. Готовлю пловик рисовый. Ну, не знаю, что получится, то получится. Хотелось бы, конечно, чтобы плов получился. Так, а здесь я, ребята, еще сварила рисовый супик со свининой. Видите, кусок свинины. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита.